Всем привет, очередная распаковочка. И как всегда у меня на обзоре призы и подарки, которые я выиграл за монет AliExpress. Сегодня у меня две посылки. Я уже посмотрел на сайте, здесь должен быть какой-то пояс для халата, не знаю. Здесь для маникюра то ли краски, то ли блестки. Давайте начнем с вот этого. Вот такой вот пояс. Я думал, он будет потолще, но зато мягкий. Да, пояс для халата получается. Сколько он? Чуть больше метра. Если кому-то нужен пояс для халата, 100 тенге отдам Алматы. Так, а здесь должны быть блестки для маникюра. Это не просто блестки, они еще и должны светиться под ультрафиолетом. Я сначала подумал, что это какие-то краски, но нет, это блестки. К сожалению, у меня нет ультрафиолета, чтобы проверить, но по идее они должны светиться. Девушки, кому нужны блестки для маникюра, обращайтесь, а там тоже за 100 тенге.